Здравствуйте, это канал Максимадзе. И, как вы знаете, не так давно я был в Москве. В отпуске, так сказать. В течение 9 дней. Вот я вернулся с нее. Ролик про эту поездку будет немного позже. А пока поиграем в «Как достать соседку полный гламур». Хотя не нравится мне эта игра, если честно. Но, в общем, следующий уровень у нас... Ксюше через пробки едет кальян. Дамочка решила расчесать перышки к приезду своего любимого спонсора. Что же, Митяй? Начеку и всегда готов помочь даме блеснуть перед ее кавалером. В отрицательном смысле. Идея. Моющие средства прекрасно сочетаются со спиртным. Ну, сейчас мы это посмотрим. Подвисает чуть-чуть, но ничего, сейчас она все равно уровень запустится. Ну давай, давай, давай. Сколько можешь ждать? Давай быстрее. Окей, отлично. Ну... Так, что у нас? Шкафчик. Есть веник. Что у нас тут? Стиральный порошок есть. Взяли его. Теперь посмотрим, что на кухне у нас есть. Веник... На цветы же можем подменить, наверное, да? Вот, так оно и есть. Со спиртным стиральный порошок, говорите, сочетается. Так, ждем, пока она придет в ванну. И поднимаемся наверх. Маркером. Совершенно точно я это знаю. Разрисовать картину. Теперь займемся этой комнатой. Что это у нас? Кровать. Телефон. Шокер на кровать. Кассету какую-то взяли мы. Кассету, наверное, сюда куда-то надо будет. Она направляется в спальню. И пускай направляется. Сейчас мы... Ставим видео для взрослых. А ей надо не для взрослых, что ли? Или тут что-то другое имеется в виду? Я пока не понимаю. Так, идем туда.
Ну, все вроде сделал. Единственное, правда, что я не знаю, это проиграем ли мы, если уровень закончится в той, что наш персонаж находится в той же комнате, что и соседка, собственно. Я не хочу рисковать, поэтому давайте уйдем сюда куда-нибудь. На балконе постоим, давайте. Может, конечно, и прикольная, но сама графика не такая уж и качественная. И не такая уж и реалистичная. И анимации убогие. Ну и что там видео для взрослых? По-моему, там был кадр из комнаты, в которой она находилась. Милдрук, слишком долго празднуешь победу, давай быстрее. Ну, неплохо. С этим уровнем не возникло больших сложностей, посмотрим, что будет дальше. Ксюша готовит пупсика к выставке, натирает его шорстку блеском, пусть старается, а Митяй припомнит мерзкой псине ее хозяйки свой загаженный газон. Месть сладка, особенно когда она своевременна. Пилка для ногтей неплохо заменяет отвертку, а то, что забыли рабочие ванны, отлично подойдет для диверсии. Сейчас проверим, насколько эта теория верна. Шкафчик, значит, для начала. Что у нас тут можно взять? Шкафчик снова какой-то. Так, у нас на этом уровне, кстати, открылся третий этаж. Давайте туда и сходим сразу же. А, нет, опоздали. Опоздали, ну ничего. Перейдем на третий этаж, посмотрим на него. Это у нас киностудия, боже мой, для чего она и вообще? Террариум, ёшкин кот. Нет.
Куда бы нам дальше пойти? Вниз. А мы на кухне были вообще, нет? Нет. Тут же всякие полезные вещи есть тоже, наверное. Острый соус. Ну, в печенье наверняка. По-моему, там еще ловушка есть. А! Ой, беги, беги. Скорее, во, все сделали, кажется. Так, корм для собак. Будет сейчас она применять. Ну, мы можем пользоваться таким способом, но Ксюша же не делает так, не лазает по листьям снизу на балкон и обратно. Сейчас проверим, как подействует этот перчик на песика. Мы на самом деле, кстати, как-то раз давали нашей собаке попробовать пивко. Она попробовала, было довольно ржачно. Она чихала, потом сидела. Кто-то может подумать, что какое-то издевательство над собакой, но нет, пиво это не сказать, чтобы страшно. А, ну, во-первых, он приклеился, да. А, можно масштаб увеличивать, ничего себе. И уменьшать. Я только сейчас заметил, я вообще не знал. Колесико мыши. Так, ну и что осталось-то? Я что-то забыл или нет? Нет. Ну, неплохо. С этим уровнем справились тоже. Ай. Так, секунду промотать надо вот здесь. Окей, поехали. Так, бедный незаконный эмигрант Рафик трудится в ванной. Ксюша как раб. Злая блондинка повсюду тиранит бедного работягу. Митяю надоели эти громкие разборки. Он сам решил помочь Ксюше с ремонтом. Да опять же в отрицательном смысле. Сумка Рафика полна сюрпризов и занимательных вещей, не забудьте ее осмотреть. Ну, это непременно. А, лето, значит. Солнце яркое, жаркая погода, я так понимаю. Рабочему, слава богу, все равно. На
нашего персонажа. А мы идем на кухню. Ага, пенку можно применить на мороженое, окей. Так, поднимаемся, и мы идем наверх. Клей для обоев на крем от загара пойдет ли? Нет? Это? Нет. А, мед! Это же логично. Вспомните первого, когда соседа. А куда же тогда подойдет? А вот клей для маски подойдет, наверное. Нет. Вот это подойдет. Да подошло же, только что я видел. Анимацию. С этим вроде разобрались. Осталось разобраться только куда этот дихлофос применить. Дихлофос, он против мух вообще у нас и против других насекомых. Может быть, вот сюда? Ну да. А то какие еще варианты остаются? Вот так. Надо погромче, наверное, звуки сделать еще громче, чем было. Вообще звуков соседки не слышно. Будет ли что-то вообще в киностудии в этой происходить? Но не покусали, похоже, все-таки. В отличие от пузатого бедолаги нашего и всем более известного нашим зрителям. Так, дальше у нас маска для лица. О, красота какая, да? Она, правда, не видит ничего. Пока что. Пора отсюда выбираться. Придет ведь.
Эй, какого хрена? Воды типа нет, что ли? Неплохо. В отличие от предыдущей серии, дела идут пока что. Так. Ксюша вспомнил, что последнее ее шоу собрало меньше рейтинга. С чего бы это? Наверное, надо меньше мотаться по курортам и будикам, а больше работать. Ее продюсер намекнул ей: займись делом, или дело займет с тобой. Диски отлично летают. Ага, вот для чего киностудия, оказывается, нужна. Ну или как киностудия, просто студия, ё-моё. Не кино ж тут снимают-то. Так, ну, значит, по традиции смотрим шкаф первым делом. А дальше идем на кухню. Так, а, рабочий все работает, бедняжка. Ой, зачем я применяю? Надо просто же посмотреть. Так, идем в киностудию, смотрим, что там. Диск способен пробить даже кирпич. Сейчас посмотрим. Ой, собака. Ага. Тараканы. Со стулом что можно сделать? Положить расческу, наверное, да. Вот это вот. Куда можно применить? А, двойной. Я тут просто подсказочка у меня тут есть. И надеюсь, чтобы я тут совсем не тупил. Барная стойка. Спрятаться можно за ней. Да блин, я не могу же это сделать. Окей, сматываемся отсюда быстрее. И разбираемся, куда этот последний применять надо. В
проигрыватель, что ли? Вот с диском поинтереснее, мне кажется, будет. Куда он вылетит-то? Ну, пролетел сквозь стену просто, и все, по-моему. О чем у нее шоу-то хоть? Интересно. Все, больше не понадобится. Собак приманивать. Собака у нее страшная, если сказать по-честному, на самом деле. Еще страшнее, чем она сама, блин. Прятаться можно тут, это замечательно. Ха, поползли. Сто процентов? Это неожиданно. Ну что ж, предлагаю закончить на этом серию и продолжить остальные серии в другой раз. Остальные уровни, а их тут еще не так мало. На сегодня все, с вас Экус подписался, с меня эпичный видос, подписывайтесь на мой влоговый канал, Свадербу ВКонтакте, и всем пока.